Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и мы в Римворлде. Так, кто-то у нас носит рваную одежду, какая-то зараза. Алвин. Алвин? Что есть Алвин? А, возможно, я опять что-то забыл. Что у нас? Где Алвин взял? А, это аскет, все. Это аскет, который к нам пришел в прошлой серии. Чуть-чуть Алвин какой-то. Ладно. Так, что у нас тухлого? Все нормально, бронежилет. Ну, бронежилет хреновый, да, согласен. Рубашка нормальная. Как бы... Он из-за хренового бронежилета весь из себя в печали. Кстати, почему у нас на складе темно и страшно? Кто знает? Никто не знает. Давайте мы на складе сделаем светло и хорошо. Вот так вот. Тут темень жуткая. Так, Камиса что-то тащит. Камиса молодец. Что несешь, Камиса? Несет сталь на склад. Умница, Камиса. Давайте плеваем. Наши поля колосятся. Все хорошо. Наша свалка колосится. Наши могилки колосятся. Налет. Конечно. Враждебные пираты. Пираты. Ракета Ворон. Так. Тихо. Вы уже что, бежите, что ли? Так. Дубины из стали. Фигня. Заточка из стали. Полная фигня. Пистолет отвратно. Да, это минус. И они уже поджигают стоямба. Так, они идут на кондиционеры и все такое прочее. Поэтому сейчас их из-за угла. Пингвин. Все на охоту. Там мыши спят. Мышей надо охотить. Мыши мясо. Чтобы там кто не говорил. Сюда. Камиса. Стрелок, погнали. Райт, по-моему, еще охотник у нас. Ну, не охотник этот. А это все у нас Гринпис. Эти не уметь. И, кстати, у нас, не помню, было в серии, нет, у нас есть супружеская пара, молодожены. Триггер и Эрика. У них, видите, двухспальная кровать, они все уже. Они живут вместе. Так, отлично. Наша гоп-компания выходит. Поломка обогревателя, конечно. Так, все, ребята, огонь. Триггер, тут это. Враги. Дрогните эту фигню. Есть. И ту фигню тоже грохните. Что там у нас со здоровьем? Есть. Так, пауза. Поломка обогревателя, это понятно. Пока переживем, не такой дубняк на улице. Что у нас тут? У нас есть шанс захватить хоть кого-то. Или нет у нас шанс? Убеженец. Мертв. Капитан мертв. Все понятно. Так, ребята... Выходим из боевого режима, все хорошо. Дубину, сами понимаете, выкинуть. Это, сами понимаете, куда-нибудь. Это решил поесть после боя. Ну, молодец, почему нет. Вот как-то так. Все, по газам. Кому там нужно лечение, кстати, да. У них, они обожают схватить что-нибудь тяжелое. Так. Триггер, да, идет, ну, отдыхает, хорошо. У тебя что, не опасно, пингвин? Отдыхает, Камиса, все хорошо, Райт. Не опасно. Эрика. Эрика, подъем. Ладно. О, блин, ты куда пошел? Ты же это... Ты? Нет, не ты. Тони, вот, Тони, да. Эрика, у Тони проблемы. Давай мы тебя выведем сначала, чтобы от кровати подальше ушла. Какого хрена? Тони, куда идешь? Отдыхай, ты не отдыхай. Ты отдыхай до выздоровления. Эрика, я надеюсь, ты идешь лечить Тони. Ладно, ладно, иди, иди туда. Молодец, хорошо идешь. Лег на кровать? Лег. Отлично. Оказать помощь. Вот, потому что помрет бедолага. Пингвин просто лежит. Потому что он пингвин, блин. У нас некоторые проблемы с медикаментами. Медикаменты делаются, я напомню, из нейроамина, такого вещества.
А в чем у нас проблема? Проблема в том, что Нейромин в игре... Так, что у тебя со здоровьем ломанулся? А, ну ладно, жив. А, Нейромин у нас можно только купить. Нейромин у нас... А, он пошел пингвин лечить, молодец. А, сделать самому нельзя. Можно только поставить мод на нейроамин. И выращивать нейроаминовое растение. Так, это наша белка, надо же. Так. У нас тут было нечто интересное. О, индюки охотятся. А именно. Вот тут у нас некая древняя опасность. Так, риск серьезного нервного срыва. У Камиса. У Камиса какие нужды? Все хреново. Сильная боль, сильная усталость. Оскорблена. Ее оскорбили. Гадкое место. Отвернуто Эрика. А, Камис у нас мужик, я забыл. Плохое настроение, еда на земле, невзрачность. Мой друг умер, да. Ну, где комиссия на комната? Непонятно, да? Ну, так во всех комнатах что-то стоит. Вентиляция, проект, хорошо. Ну, трупаки потащили. На самом деле, все там печально, что трупаки там лежат, потому что мы тут будем строиться. Все, риск легкого нервного срыва. Процесс пошел. Я надеюсь, они не будут жрать у нас сырое. Охотники работают, мясо у нас гора. Все прекрасно. Так, народ вроде как уже начал тут убирать урожай. У нас будет трава. Здорово. Не та трава. Так. Что такое опять? Хоронит труп человека. Ну и что? Опа. Триггер. Тут волки, да? Охотить его. Так, ты не того охотишь. Я думаю, волка мы ушатаем и так. Если что. Не надо нам волков тут. Древняя угроза. Слушайте, надо будет докопаться до нее. Мне это интересно. Нервный срыв, уныние, Камиса. Бродит сильная боль. А что у тебя сильная боль? Что с тобой не так? У тебя шрамы только. Что такое? Откуда сильная боль? Ну ладно. Боль так боль. Так, сюда что у нас не хватает? Стали не хватает, компонентов не хватает. Никто не хочет строить. А что мы тут строим? Электроплавильня. Угу. Технологии мы гложем. Все хорошо у нас в этом плане. Что у нас тут по заданиям? Задание. Ну, у нас комисс работает. Швейная машинка. Ага. Тут задание... Бронежилеты сделать и пистолет-пулемет. Ну, комисс пока буксует по этому плану. Нарколаборатория, вот, медикаменты, но мы не можем их сделать. Так, пеноксицилин. Нейтроамин. То есть этот нейтроамин нужен просто везде. Я уже даже подумаю, может быть, мне все-таки... Что у нас с психином? Да нет, нет у нас психин. У нас есть вот пеноксицилин немножко. И все. Люциферит где-то был. Но, похоже, он куда-то ушел. Мы его, похоже, продали. Так, волк мстит. Какой мстявый волк. Что у него? Смерть через 22 часа. Недолго ему осталось. Но он пинает триггера. А это плохо. Ну-ка. Долбани волка. Да ты косой пень. Тебя ж съедят. Во. Вали эту заразу. Алвин что-то там траванулся. Странно. Вроде готовят хорошо уже. Вот так вот. Оба откинулись. Хорошо. А, спасти. И винтовочку подбираем. И еду подбираем. Тони, ты еще... У тебя все нормально, Тони? Да, он подраненный, но все хорошо у него. И утащил волка. Эрик, по-моему, идет. Да, все хорошо, Эрик. Эрик, ты же спасешь его. Так, Райт готов. Камиса падает в обморок. Камиса, у меня странное подозрение, что ты у нас без спального места, да? Камиса есть, все нормально. А чё ты на своем месте не спеша? Но она тут бродила в депресснике, там я в депресснике. Вы ничего не понимаете, это так грустно тут жить. Ну и все такое.
Так, что у нас с триггером? Все, уже не опасно. Эрика спасет. У него есть жена, которая его спасет. Так, все. Отлично. Так, рваная одежда у нас считается бронежилет, поэтому мы пока ждем насчет бронежилета. Так, что у нас тут? Стали компоненты. Блин. У нас никто не хочет копать сталь, да? Ну, у нас надо копать сталь, но никто особо не хочет. Посмотрим по работе. Шахтер. Триггер выпал. Шахтер. Тони у нас шахтер. А никто у нас больше не шахтер. Пингвин там в 10-ю очередь шахтер. Можно даже отключить это дело. Райт у нас шахтер. Но он фермер и садовод, еще что гораздо важнее. Так что наш ученый, то не Эрик может на самом деле. Но ученый-то ничуть не хуже. Это 18. Ну, ладно. Охотник. Ну, у нас больше никто не охотник. Ты охотник на сколько? Ты охотник на 12, а ты охотник на сколько? На 14. Ну, он просто дольше охотник. У охотника нет оружия дальнего боя, я знаю. Так, Тони, ты будешь во вторую очередь охотник. Это уже не так актуально. Охотник у нас триггер, и у него нет оружия дальнего боя. Возьмет. Че? Спит же он. И Камис спит на месте для собак. Ну, все хорошо. Так, это компоненты. А стали у нас... Сталь тоже есть. Просто никто не спешит строить. Я пока не буду их загружать строительством сильно. Сказал он и пошел делать плитки. Да. Мраморная плитка. Да. Я просто тут упустил момент под дверью. Ладно. Так, что со жраниной? Со жраниной все хорошо. Блин, вот эта вот перемотка вся. Она никак не настраивается же. Очень много сортов. Поэтому, ну, никак. Камис пришла жрать. Вот чего она жрет там? Почему она не жрет за столом? Кто-нибудь знает? Никто не знает. Камис, ты куда нафиг? Делать блоки мрамора. Хорошо. Мертвая черепаха. Уже 8 дней. Это уже скелет. Так, у нас идет уборка урожая, поэтому все немножко буксуют. И не делают никаких работ по дому. Так, охотники. Мясо там вагон на самом деле, но я так уже из жадности, я жадный, да. Ох, елки, сколько тут всякого. Я не могу мимо этого пройти. Так, ладно, все. Так, и... Ой, ну вообще, я крыс ем. Ну ладно, пусть пасутся. Мне кажется, на зиму они свалят от меня. Так, ну что, мы можем напасть на древний ужас. Стена исландца. Давай попробуем на зуб, что там такое. Я чувствую, это хреново кончится, но... Надо было хотя бы подождать, пока триггер выздоровеет, да? Ну ладно. А триггер, собственно, выздоровел. Триггер, ты с винтовкой, нет? Где винтовка триггера? Внимание, вопрос. Где-то тут его... Вот она. Дядь. Что у тебя? Ну, весь побитый, сильная боль, но он... Он уже занялся. Все, он с винтовкой. Прекрасно. У меня два пацифиста, что печально. Алвин, что делаешь? Медитирует. И пошел делать пимикан. Молодец. Камис, что делаешь? Социально расслабляется. Давай ты уберешь что-нибудь. Перенесешь шкуру альпаки, например. А потом это... Перенесешь шкуру волка. Земля тут как-то валяется. Мешаю ей социально расслабляться, конечно. А теперь шкуру крыс перенеси. Молодчинка. Смотри, сколько у меня мяса. Просто вагон. Все, помешалось социально расслабляться. Не, нормально сидит там, еду трескает. А Камиса делает блоки мрамора. Вот ее приперло-то блоки мрамора делать. Ну ладно, делом занятые, ладно. Это наша многофункциональная свалка. Так, крысы бегают. Разбирать стены никто не торопится. Ну и понятно. Вряд ли меня там что-то хорошее ждет. Эрик своими делами каким-то занимается. А, Эрика строит у нас вовсю. Молодчинка по дому шуршит.
Хоть кто-то делом занят. Так, может даже кто-то вентиляцию тут сделает. Внутри 40, 43 градуса. А чё так много-то? 40. Внутри 25. Снаружи, а тут 43? А, я сюда вентиляцию зарулил, а тут 44. Ого, я понял. Мы тогда тут делаем контур еще один. Нет, а, можно деревянный, чё там. Чё там? Чё бы нет. Так. Вот так. Чисто для вентиляции. То есть я из-за твоего гейзера сюда провел тут. Кто у нас тут живет-то? Райт. Слушай, Райт. Так. Комиссия. Тут где-то бесхозная была, никто, вот. Райт, давай ты сюда будешь. Там жить невозможно. Бедолага. Сидел, парился там. Эрик, а можно тебя отвлеку? Нужны материалы стали. У нас есть сталь. Ох ты! Чё это? Бумалопа. Мигрируют. Ладно. Мигрируйте. Это те, которых если долбанешь, взрываются. Так. Что у нас еще? Мясо кладбон надо убирать, конечно. Мы здесь будем жить. В первую очередь, надо как будто отсортировать своих от чужих. Так. Стена. А, мрамор вроде как у нас сейчас идет на строительство. Дверь. Да, тоже мраморная. Сделают. Ничего такого. А каких блоков у нас дофига, да? Нет, мрамор, песчаник, немного у нас блоков. Это немножко разрух. Надо мрамор и песчаник добывать, конечно, вот. Давайте. И мы здесь построим... Сейчас, да, не в кассу немножко, ну ладно. И мы тут построим у нас такой... Ну, саркофаги у нас тут будут. Саркофаги — это развлечение? Нет, это разное, наверное, да? Саркофаг. А саркофаг у нас будет... Это уже мрамор, ничего нет. И для у нас, для... А, не то, тут куе, наверное, вращать. А я немножко не тем. А, саркофаг. Да. Вот так у нас будет. 8 наиболее уважаемых членов общества будут тут у нас покоиться. Так, кто-то что-то копает. Или мне кажется. Ну, нормально, народ. Ах, ходится. Чё, пожар под дождем? Вы серьезно? Он погаснуть должен. Так, а тут, наверное, тоже? Да, 33. Тут никто не живет, я надеюсь. Никто. Спальня омерзительна. Омерзительно просто. Так, Эрика закончила коридорчик. Молодчинка Эрика. Какой-то у нас там аппендикс. Ну, пока обогреватель справляется, все хорошо. Триггер жрет на складе, собака страшная. Смотри, сколько тут всякого нам надо собирать. Они новые сажают, они не носят. Работа, носильщик, уборщик. Все носильщики. Все носильщики. Носить в первую очередь. А то все пропадет нафиг. Так, что у нас тут с заданиями? Пеймикан. Повторять до 10 штук, а нас вот 13. Ну, поддерживают они это дело. Почему красный, я не знаю. Что-то, видимо, не то. Сухпай. 50. Из 50? А, это его прочность, как бы. У нас 2 сухпайка лежит. Мало, мало. А я тут могу посмотреть, сухпайки, собственно. Да, 20 сухпайка, мало. Но они, видимо, еще сделают. Триггер у нас побитый ходит. Ну, ладно. Я думаю, мне сообщат, когда они раскопают вот там дырку в этой штуке. Хотя,
Давайте. Кто у нас шахтер? А, шахтер. Тони у нас шахтер. Тони, правда, у нас люлей уже много огреб. Но ладно. Тони. Не на... Ах, это строитель нужен. Ёлки. А, ну да, ломать же. Строитель. Эрика. Эрика у нас безобидная. Триггер побитый. А, комисса наша. Разобрать. И за этим делом будем следить, потому что ей ноги надо будет делать наверняка. Тут какая-то хрень полезет. Древний ужас, древняя опасность, что-то такое было. Вот. А, с этим надо быть аккуратным, я так чувствую. Это может все очень плохо закончиться, поэтому я палец держу на пробеле, чтобы сейчас поузнуть и принять правильное решение, если что. Так, триггер, сержант. А я вот чувствовал, что такая вот фигня. Открытая область. Древних враждебных механоидов. Гусеница, ладно. Жнец. Я жнеца-то еле ушатал. Ох ты ж елки, я зря это место открыл, да? Надо было сохраниться. Комиса. Комиса, беги. Просто беги. Одного механоида мы тогда ушатали, но тут два. А, вот так ты снизу бежишь, ладно. Комиса. Райт. Не знаю, откуда ты побежишь, но бегите все. Так, за комисой следим. Ух ты ж, елки! И там еще эта гусеница выползла. Я, по-моему, эту фигню спорол. Нужно лечение, нужно. Согласен. Комиса, уходи. Уходи огородами. Огородами, комиса. А эти пускай горят, сволочь. По-моему, мне стоило турелями озаботиться. Что у нас у комисы? Комиса, что у тебя со здоровьем, скажи мне? Не опасно, ладно. Так, у них там пожар. Блин, пингвин, ты куда вляпался? Беги нафиг оттуда. Ух ты ж, зараза какая. Так, мы уйдем, а эти пускай горят. И мы подождем там. Так, они пошли куда-то. Триггер. Туда. Туда. Уходи нафиг. Ах ты, елки, триггер. Давай, сваливай сюда. Да блин, по прямой ты можешь идти. Короче, уходи нафиг. Что тебе со здоровьем? Без сознания, что со здоровьем-то? Не опасная. Ожог, короче, не опасная. Эрика. Я, конечно, понимаю, что ты пацифист. Давай ты как-то огородами пройдешь к триггеру. Это вот просто спасешь. Спасти. Все это плохо. У нас еще пожар тут. Ой, елки. Так, давайте все сюда. Зря вы кучкой стоите. Что у нас? Что это гусеница со здоровьем? Четвертое кольцо тела. Огнестрельное ранение винтовка. Здорово, конечно. По-моему, я фигню спорол. Спаси комиссу. Да блин, они все горят. Я понял, я зря открыл этот древний ужас. Я не знал, с чем я связался. Гусеница вообще финиш. Понял. Я надеюсь, у меня сохраняшка тут недалеко есть. Это был дурдом. Так. Вот, наверное, вот это. Не надо открывать древний ужас. Никогда не открывайте древний ужас. Но попробовать надо, чтобы понять, что там. Древний опасность, по-моему, называется. Не древний ужас. Ну, короче. Без турелей, энергокостюмов и прочего такого не ходите туда. Ну его нафиг. Так, несуны. Несуны. Все хорошо. А, ужас. Отменяем. Нафиг. Нафиг.
О, бумалоп ходит, все хорошо. Бумалопы, антилопы. Триггер. Тебя хоть лечит, я надеюсь, то я мог это загрузить, когда он еще не... Да, все нормально. Ускоряемся. Фух. Это было жестко. Метеорит. Залежи стали. Перейди к месту. Ну да, вполне себе залежи стали. Так, охота. Далеко? Близко. Слушайте, близко. Реально близкие залежи стали. Это хорошо. Так, тут у нас задано копать. Поломка обогреватель. Да и ладно. Починит. А, Эрика тут еще не достроила. Ну, что поделать. Так, эти ребята тут вовсю сажают. Надо носить. Больной наш триггер бегает. Так, ну, пора темп охоты, наверное, сбавлять. У нас часть народа постоянно занята охотой. Алвин чем занят? Готовит простое блюдо. Молодец. Строит мраморная плитка. Все заняты, елки. Убирает земля. Вот. Социально расслабляется. Вот тебя я сейчас и припашу. Обломок корабля упал и приземлился поблизости. Надо разобрать его, конечно. Аскет священно действует на кухне. Эти ребята сажают. Пока и не посадят, я думаю, и не успокоятся, и не уберут ничего. А ну тухнет. Слушайте, огородники, вы поубирали, а? В принципе, когда они кинутся убирать, они быстро все это сделают. Так. А, я уборщиков поназначал. Давайте носильщиков поназначаем. Уборщики и носильщики, это важно. А, все, пошел собирать. Нормально. Триггер полностью здоров, шикарно. Так, триггер, ты с оружием? Ты с оружием, все здорово. Так, это индюка тащит. Туман. Камиса? Камиса спит. Ну, в принципе, оно нормально. Ночь. 23 часа ночи. Они сейчас все по койкам разбегутся. Блин, ну тут все стухнет, да? Ну, оно полутухлое на самом деле. Такое оно. 571 картофан. Это не картофан. Это... Стой ты, это рис. Это картофан. А это что такое? Кто? Хмель. Надо заботиться. Но я пока не хочу строительство задавать, потому что тут еще строить и строить. А со строительством у них немножко... Немножко проблемы. Аскет. Ну, аскет жрать готовит, с другой стороны. Редкие трамба. Ну, не буду я трамба охотить. Нет, аскет будет так, условный. А, этот не может. Пингвин. Пингвин, конечно, может. Нет, не может. Камиса может. Но не в третью очередь, она крафтер у нас в основном. Ладно, ждем, но должны же они как-то работать. Так, ага, я вот тут не сделал. Все, я понял. Какой-то момент. Давайте мы... Стена из мрамора. А что за полоса прочертилась? Непонятно. А где строить, наверное, нельзя. Дверь из мрамора. Разные. Саркофагов нафигачим. Так, срубили. Бешеные садоводы наши пришли и срубили. Так. И вот так вот. Все. Работайте. Там у нас склеп будет. Эрик там что-то фигачит с дровами. А, деревянную стенку эту делает. Нам, в общем, стоят и кидают подковки. А нам, в общем-то, надо озаботиться бы добычей. О, добычей. Сталь. А это что? Залежь деталей. Вот мне интересно, что такое залежь деталей, да? Непонятно. Так, и тут где-то рядом были... Был метеорит целиком железный. Да тут в железе этого. Что такое? Что пищим? А, пингвин потравился. Нифига жрать всякую дрянь. Вот, кстати, странно. Нормальный у них там повар. А пингвин травится чем-то. Вот как так? Он трамба ходит. Никому не нужный. Улегся спать.
Ну, я не буду на него охотиться. Хорошая зверушка, чего она? Ходит и ходит себе. Так, ну все. Картофан соберут и скоро... Извиняюсь, рис соберут. А это у нас что? А это у нас хлопок. А это у нас... Воодушевление, торговля. Ну, конечно, хорошо, но торговать-то не с кем. Ну, древняя хрень-то там, а. Кошмар. Просто кошмар. Вляпался, так уж вляпался. Однако 30 минут, я думаю, сейчас мы тогда закончим. Еще один отравился. Как они травятся? Вот как они травятся? Алвин, ты хреново готовишь? Алвин. Повар. 7 из 20. Ну, не лучше повар, на самом деле. 10 из 20 тоже не фонтан. 9 из 20. Ну, хоть какой повар-то? Так, Камиса ударилась в крафт, да? А, уже пистолет-пулемет. То есть бронежилет уже, да? Чё-то как-то она сначала пистолет-пулемет делает. Ну ладно. Сально расслабляется. Пистолет-пулемет почти. Опять она бросила его на пол. Что, все, у меня будет пистолет-пулемет дохлый? Или как? Вот с этим их бросанием я не могу понять, что происходит. Они такое впечатление, что бросают и все. А потом кто-то придет, унесет на склад. И прощай. Так. Ну, с одеждой у нас тут все прекрасно. Я не уверен, что полный комплект тут лежит. Вот. Ну, в целом, я думаю, нормально. Одеться можно. Эрика отравилась. Я не понял, что там такое творится-то у нас? Простое блюдо заморожено, не испортится. Все хорошо. Что не так вам? Собаки страшные. Чем вы там все травитесь? И белка бегает. Так, построили. Молодцы. 34 градуса, 30 градусов. Чё так? 32 градуса. 26 градусов. Сюда повышается, смотрите. 33, 30. Как-то все равно вот эта штука вот. Видимо, кондиционер уже далековато. Тридцатничек тут. Близость все-таки этой штуки, она сказывается. Ну ладно. Тут 26, 25, 24, 23 градуса. Повышается она сюда, смотрите, температура. Тут 22 в коридоре стандартно. Спасательный капсул. О! Стоять! Стоять, блин! Дичтер какой-то. Кадет мужского пола, космический беженец. Так, дальний бой. Прекрасно. Умственный труд. У нас ученый появился. А, строительство, он так себе. Ученый. Ну, четверочка на самом деле. Но он по чуть-чуть всего, и дальний бой. Нудист. Психическая вялость. Это хорошо. Горное дело не может. Но это минус. Отлично. Эрика. Ты нам нужна. Так. Захватить. Я помню, заразу убегают. А что у нас со здоровьем? Ну, через 13 часов помрет, это не страшно. Эрика успеет, я верю. Хотя, возможно, где-то далеко. Так, переговоры, что у нас? На нейтральной территории для переговоров. Окей, но меня это не интересует сейчас. Меня интересует увеличение количества народа у нас. Так, что еще, что еще, что еще, где? А, Алвин потравился, ну, своей же стряпнёй потравился. Бак страшная. Так. Стоять? Что делаешь, Эрика? Есть простое блюдо? Нет. Ты окажешь ему помощь. И мы будем этого узника теперь вербовать. 55, нормально уговорим. Ну, видимо, потому что мы его не в бою захватили. Поэтому уговорим.
Так, тут минус, тут минус. Все хорошо. Тут 21, все нормально. Надо кондей еще тут ставить где-то, видимо. Так. Собирают еду. С того еще узник. Ты нормаль... Ай ты. Ты нормальный уже? Узник. Ну да, залепили, все нормально, живет. Кто у нас спец по узникам-то стоять? Скоро свадьба. Кто с кем? Эрика принимает предложение триггер. А, ну они так просто вместе как бы жили, а теперь они свадьбу хотят. Скоро, в течение нескольких дней или кварталов, они сыграют свадьбу и пригласят на нее всех поселенцев. При желании вы можете назначить специальное место для проведения свадебной церемонии. Да еще, конечно, сейчас назначу. Так, проекты области, по-моему, да? Нет, не области, приказы нет. Было же что-то такое. Области, наверное, да? Область без снега, не-не-не-не-не. Мебель? Спальный корпус. Где-то тут, по-моему, что-то такое было про свадебные-то. Прикроватные столики. Развлечения? Нет, разное. Место проведения свадеб. Е-е-е! Тут вот, у плиты. Так, место проведения вечеринок. Тут. Слушайте, а давайте место проведения свадьбы сделаем. Разобрать. А, куда делось развлечение? Нет, разное. Место проведения свадьбы будет здесь. Так вот. А, место сбора каравана будет здесь. Вот, все назначил. Вроде все. Ну все, скоро свадьба. Так, 36 минут видео идет. Значит, на этом мы пока серию заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч!